Евгений Семененко. Женечка Семененко. Вот именно вот так хочется представить этого спортсмена. Евгений блестяще выступил на Олимпийских играх, проявил себя. Это ведь так непросто на дебютной Олимпиаде показать все, что ты можешь. И сейчас Евгений, я уверена, тоже проявит себя на 100%. Евгений тоже не отстает от Александра Самарина. Тройной аксель, друзья. Сердечек наших достучался. Евгений. Ваши аплодисменты, друзья. Упомянула я Олимпийские игры, 8-е место он там занял. Но какая была конкуренция в мужском одиночном на Олимпийских играх, поэтому здесь похвала моя не просто так. Мы с вами не случайно заговорили о музыке, ведь следующие наши участники, представители, наверное, самого музыкального вида в фигурном катании, танцев на льду. Эта пара умеет